В Венесуэле прошла самая массовая антиправительственная демонстрация за более чем 10 лет. Сотни тысяч человек вышли на марш протеста в Каракасе с требованием провести референдум об отставке президента Николаса Мадуро. Согласно Конституции, это возможно после того, как глава государства отработает больше половины срока. После завершения акции несколько человек вступили в столкновение с полицией. Стражам порядка пришлось применить слезоточивый газ. Задержаны десятки участников беспорядков. Отмечу, Венесуэла находится на грани экономического коллапса. Оппозиционеры считают, что в этом виновата политика социалистов, в частности Мадуро. А он, в свою очередь, утверждает, что действия оппозиции направлены на дестабилизацию страны.